Приветствую вас, дорогие друзья! Рад видеть вас на своем канале. Сегодня мы отправляемся в небольшой кемпинг. Я думаю, будет интересно и неожиданно. Некоторые вещи действительно вас порадуют. Так что предлагаю вам продолжить просмотр. Ну что, наконец-то я добрался, нахожусь в лесу, тишина, спокойствие, народу практически нету. Сейчас буду готовиться к кемпингу, немного раскладывать лагерь. Так, сейчас буду готовить костровую зону. У меня очень классная костровая чаша, которой я пользуюсь уже, наверное, лет 5. И она меня абсолютно полностью устраивает. Сейчас вам ее покажу. Вот такая вот конструкция, очень удобная и, мне кажется, довольно круто выглядит. Так, уже темнеет, а планы на вечер грандиозные, так что нужно ускоряться. Сегодня мы будем готовить русские роллы. Настоящие русские роллы. Первым делом нам нужно отварить рис. Ждем, пока вода закипит и рис приготовится до полуготовности. Так, пока у нас готовится рис, мы начнем
подготавливать ингредиенты. Первым делом нарезаем соленые огурчики. Темнеет, но фонарик за 500 рублей с Алиэкспресса поможет нам справиться с этой задачей. Далее берем, тоненько нарезаем селедочку. Далее берем зеленый лук. Так, добавляем соевого соуса и ждем, пока все это у нас закипит. Так, это же жопа? Да похуй. Ну да, типа это жопа. Ну вот это не, вот это спинка. Иди покушай, иди покушай. Мокрый. Так, добавляем ингредиенты. Такие роллы вы точно не пробовали. Не, ну выглядит, конечно, может не так аппетитно, как... Ну, сейчас будем дегустировать. Исконно русский напиток. Что, доброе утро. Вчера немного посидели. Конечно, роллы получились не совсем красивые, но вкусные. Сейчас будем приступать к готовке завтрака.
надеюсь, это учение. Доходят у нас камни, еще пару часов потопим, и банька будет готова. Как, Андрюх? Прям баня-баня. Уже даже чуть вспотевать начинаем. Так что все окей. Здесь у нас самодельное ведро, в котором водичка. Не, ну что, банька удалась.
Локи. Иди сюда, Локи. Купи, купи. Буль, 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 буль. На самом деле, реально, на 3 захода нам хватило. Андрей, поделись. Да, отлично, вообще превосходно. Блестяще. Локи не пустили. Собачка не захотела. Единственное, что, конечно, была бы она чуть-чуть, наверное, потеплее, чтобы не было таких теплопотерь, было бы круче. Ну, а мы пока продолжим жарить шашлык. Ну что, последние сборы. Надеюсь, это видео вам понравится и вы для себя что-то интересное подчеркнете. Напишите в комментариях, как вы отдыхаете, что делаете на кемпинге. И до новых встреч. Всем пока-пока.